Итак, Андрей, здравствуйте. Скажите, влияет на судьбу неправильная фамилия в паспорте? Допустили ошибку в паспорте отца, окончание «ая» изменили на «их», а детей потом переписали на эту фамилию с ошибкой. Получается, что это новая фамилия, не имеющая к роду отношения. И это хорошо, что не имеет к роду отношения. Не нужно цепляться за свой род. Ваш род — это вы, живые, с вашими живыми детьми. В случае, если бы род у вас был королевский, то нужно было бы цепляться. А если в роду были люди, умершие от онкологии, неуспешные, если род был или состоял из людей таких нервных, то тогда зачем он вам нужен? Не надо ничего изменять. Живите счастливо, не думайте.